Уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего неработающего жителя Елизовского района, который похитил бутылку коньяка в магазине одного из поселков. О грабеже в полицию сообщила 46-летняя продавец. Прибывший на место происшествия участковый выяснил, что две сотрудницы магазина, несмотря на то, что лицо злоумышленника скрывала маска, узнали в нем постоянного покупателя. Заметив, что он взял с прилавка бутылку спиртного и направился к выходу, женщины отобрали у него алкоголь, пригрозив, что обратятся в полицию. Не обращая внимания на предупреждение, мужчина схватил другую бутылку и ушел. Спустя полчаса он был задержан полицейскими. Похищенное изъяли.